непростой матч. Как бы, я думаю, что не так начали, как и планировали. Вот, и четвертая игра домашняя. Все равно силенки подзаканчивались. Но должны были, могли выиграть спокойную игру. Не так часто в последнее время ваше звено отличалось. Сегодня все-таки удалось забить шайбу, причем красивую. Это как-то добавляет уверенности? Безусловно, рады, что забили. Ну, результатом, конечно, не удовлетворены. Но посмотрим, сейчас отдохнем. Будем готовиться. Коллеги, вопрос? Когда вратарь такие шайбы пропускает, как сегодня, это сильно на команде сказывается? Какие шайбы? В ближний угол. Ну, неудачно просто залетает, как будто все. Любой бросок из неопасной ситуации просто неоткуда. Дуналим провел хороший матч, но разные голы бывают. Тут никак не сказывается. Надо свой момент реализовывать, не доводить такого.